Эй, привет, мой дорогой друг! Время позалипать в ютубчик, тем более, что подъехал Майнкрафт. Это сборочка Ocean Block от FitToBeast. И мы продолжаем. В общем, в прошлый раз мы остановились на том, что мы скрафтили уже уровень Виверны. А, нет, уровень дракона. И чтобы нам дальше по квестам продвинуться, нам нужно убить дракона Хаоса. Но к нему просто так не попасть, к нему нужно очень сильно подготовиться, и поэтому я предлагаю сегодня покрафтить модули. Мы скрафтим все модули для квестов. Да, по квесту все модули скрафтим, а потом я уже за кадром скрафчу модули, которые, ну, побольше. Потому что там, допустим, на урон нам нас будет побольше, да, урон от снаряда. В общем, давайте сразу приступим. Итак, первый... А чё, как они называются? Все модули, да? Давайте, может быть, вот здесь мы напишем модуль. Модуль. Да, и вот они тут все, в принципе, они у нас тут есть, да? Так, энергетический модуль. Да, все, отлично. Так, 6 штучек. 6. Есть 6. И есть у нас энергетический модуль. Хорошо, а как вот это делается? Ага, надо да еще. Давайте еще сделаем. Так, есть 2. И есть энергетический модуль Виверны. А дракона я смогу сделать? Да, в принципе, наверное, смогу даже. Давайте посмотрим, что мне хватит. Да, этого хватит. Так. Ай, промахнулся. Вот, есть 2 модуля Виверны и 1 энергетический. Делаем. Ну, вот так сделаем, в принципе. А, надо еще, да. Так, что-то мы еще не сделали. Ага, вот такие 4 штуки. И есть энергетический модуль дракона. Так, мы Shift-C. Все, во. Все, теперь у нас есть модуль на 256 тысяч. Сейчас он у нас зарядится. Есть. Хорошо, но он пока у нас не стреляет. Получим награду. Керасы с Терастали. Неплохо. Хорошо, модуль скорость. Модуль скорость. Так, часы. Часы, давайте 2 штуки скрафтим. О, у меня даже есть зелье стремительность. Прикольно. Окей. А, наверное, это с этих с ведьм всяких выпадает там. Хотя, как его знает, зелье. Да, видимо, это выпадает... С кого-то выпадает? С каких-то мобов, может быть. Так. Получаем. Смена осмия. Ясно. Модуль урон. Модуль урон. Зелье силы. Зелье силы. Так, мне нужны баночки. Как они там правильно называются? Пузырьки. А, бутылочка. Есть ли у меня бутылочки? Да, хо-хо, у меня. Это, видимо, с ведьм нападало. Так. Мутное зелье делается из незерского нароста. Так, нарост. Делается из незерского нароста. Окей. Сюда кладем.
нужен порошок. Да, там же порошок нужен. Или не порошок, там, наверное. Так. Стержень возьмем. Стержень. Вот так. А, нет, тут же нарисован порошок и огненный порошок есть. Ну, ладно, так, мутное зелье мы не убираем. Мутное зелье мы не убираем. Нам нужен огненный порошок. Еще порошок. Нет, не сюда, вот сюда. Так, а там первого уровня нужно? Да, первого уровня. Так, забираем две. Одну скинем. Да, все скинем. Так. И есть модуль урон. Получаем награду. Так, лук, наверное, пока выложим. Пока нет необходимости его держать. Область. 4 поршня. Доски. Еще два нам надо было. Так. Модуль. И два таких. Все отлично, делаем. Есть. Модуль прыжок. Модуль прыжок. Где у нас вот модуль прыжок? Так, такую штуку. И зелье прыгучести. Зелье нужно кроличью лапку. Так, лапка. А, там также мутное зелье, да, по-моему? Да, также мутное зелье надо. Так, бутылочка. Возьмем 64. Так, раз, два, три. Закидываем. А, порошочек. Не, не порошок. Нарост. Нам нужен нарост. Так, все это делается. Блин, мне интересно, реально, куда у меня баночка пропала? Со временем. Блин, ну здесь нету. Здесь нет. Ну ладно, фиг с ним. Так, и кроличья лапка. Кроличья лапка пошла. Так, у нас опять кераса из стеростали выпала. Так, модуль автоматического насыщения. Вроде все у нас есть. Яблоко золотое есть. И думаем его сюда. Так, это мы забираем. Кидываем сюда. Есть модуль прыжок. Отлично. Так, модуль насыщенности. Какао-бобы. Ну, какао-бобы есть. Какао-бобы есть. Печенье тоже есть. Так, одна такая. Один модуль. И модуль насыщенности тоже есть. Хорошо. Это мы все сделали ростом. Так, ну ничего интересного нам здесь не упало. Кольцо маны тоже сюда скинем. Окей, продолжаем. Модуль виверны. Модуль виверны. Так.
Увеличение емкости щита. Мне нужен один лом незерский. Так. А этот незерский лом — древние обломки. Тут я еще могу получить. Так, ага, ну, видимо, только. Только из древних обломков. А древние обломки я могу. Я могу в объединителе взять назаритовую пыль. Так, окей, давай возьмем назарит. Назарит берем. Дробите. Так, и. Базальт. Базальт у меня вроде был. Ну, не проблема его, если что, скрафтить. Так, базальт есть. Где у нас? Так, объединитель, объединитель. Так, это измельчитель. Камера обогащения. Вот, объединитель. Все. Нет. Что такое? Написано же было. Так. А, нужно два. Я понял. Так, назарит. И нужно два дробителя. Так, и чтобы мне там побольше получить лома, мне надо. Так, выплавки нет. Так. Это тоже нет. Можно в дуговой печи это сделать. Либо вот в этом сквизере. Ну, мы, наверное, сейчас в сквизере сделаем. Так. Так, это пошло. Кстати, у меня уже здесь скопились какие-то ресурсы. Так что, если что, мы отсюда можем и алмазную пыль забрать. Это, в принципе, нормасики. Так, давай в сквизер. И получаем два лома. Отлично. Два лома есть. Скидываем сюда. Окей, модуль. Модуль есть. И делаем щит. Отлично. Нитро зарядное. У меня уже такая есть, к сожалению. Ну, да ладно. Так, емкость щита. Емкость щита. Так, и нам нужно таких еще, получается. Ого. Так, я тогда сейчас подготовлю лом. Все. Готово? Готово. Получаем. Супримиваем. Ого, с какой там скоростью. Ладно, пока сюда засунем. Это все это сейчас упадет. Так, восстановление щита. Восстановление щита. Опять этот лом, да ёшкин кошкин, блин. Сколько этого лома? Так, нужно. Так, назарит. Так, дробитель, объединитель. Так, окей, что у нас там дальше есть? Модуль виверна, полет. Так. Ага, фейерверки. Так, фейерверки. Фейерверки и элитры. Но элитры у меня, по-моему, и нету. Так, элитры. Да, элитры у меня нет. Так, значит, мы сейчас еще отправимся в эту. Так, а как фейерверк делается? Что-то здесь. Так, ну вроде бы я освежил свою память, как делается фейерверки. Так, да, сразу заберем, тут же быстро все делается. Так, это скидываем сюда. И модуль. Окей, есть. Квест завершен. Хорошо. Получим награду.
Мотыгови ведны. Мотыгови ведны. Мотыга. А зачем мне мотыга? Ладно, черт с ним. Бумага у меня есть? Бумага. Так, бумаги у меня нету. Тростник. Тростник есть. Бумага есть. Так, бумага. Порох получается. А, даже без пиротехнической звезды. Окей, блин, я слишком, видимо, углубился в это. Так, окей. Что там сделать? Две. Ага, у нас еще и золото закончилось. Хорошо. В смысле, нам две дали? Видимо, это какие-то баги, потому что мне тогда две кирки выпало, сейчас две мотыги выпало. Прикольно. Мы что-то еще сможем сделать пока? Да, в принципе. А, не, мне же золото надо. Так, а что у меня с золотом? Так, есть тут 9 золота. Тут есть 9 золота. Так, и здесь у меня золото есть. Да, у меня здесь золото, ё. Так, тогда пускай все это переплавляется. Окей, тогда давайте чуть-чуть подождем. Что-то я, блин, не подготовился, надо было чуть-чуть подготовиться. Ладно, хорошо, моя ошибочка. Сейчас мы все это переплавим. Так, ну вроде чуть-чуть золото там уже наделалось. Давайте продолжим. Продолжим крафтить. Так, вот эту штуку мы смотрели. Нам нужен щит. Нам нужен щит. Одна такая. И одна такая. И все, у нас есть пробивной снаряд. Окей. Контроль щита. Так, контроль щита. Вот это да, вот эта штука. Так, получается 8 таких надо. У меня ровно 8. Так, а звезда. А что там закончилось тогда? Еще 44 звезды вроде. Так. Ладно, контроль щита. Алмазы? А, закончились алмазы. Ничего себе. Ничего себе. Так, окей, есть еще. Я там вроде поставил немного переделываться. Да, у меня уже 39. Тут алмазиков есть еще. В смысле? Так, окей, а где я могу переделать? А, в камере обогащения. Угу, камера обогащения. Вот. Так, давай мы сначала это дело доделай. Потом я тебя обратно засуну. Так, погнали. Блин, что-то у меня все тут заканчивается по тихой грусти. Это что такое? 4. Так. Ага, мне теперь еще одну такую надо вот сделать. No. Два таких есть. Все? Да. Есть у нас модуль Виверны. А, случайная награда. Странно, что нам дали. Там какая-то красная штука была, непонятная. Так, автоподъем. Модуль автоподъема. Вот он, автоподъем. Модуль автоподъема. Так, два поршня.
Золотые ботинки. Там модуль. И две таких. Модуль автоподъема есть. Отлично, получаем награду. Скорость снаряда. Скорость снаряда. Так, две таких есть. Модуль есть. Так, зелье стремительности. Так, и это еще там она второго уровня, да? Как я понимаю. Да, скорость 2. То есть первое, нам нужен сахар. Да, закидываем. И одну такую мы закинули. Так, и нужен светокамень. Светокамень. Светокаменная пыль есть. Сахар пошел. Давайте посмотрим, что еще дальше нам можно сделать. Так, точность снаряда. Точность. Пена есть. Так, точность снаряда. Это я уже забыл, как она выглядела. Вот она. Точность снаряда. Мишень. Это мы сделали точность снаряда. Так. Получается опять один модуль. Так, закину, пускай там зелье стремительности улучшается у нас пока. Так, и две таких. Все, у нас алмазики опять закончились, но камера обогащения, в принципе, они делаются, так что нормальдосики. Все. А, обязательно прям взрывное надо. А взрывное делается с пороха. Так, а если я... Так, к стремительности. Зелье стремительности, если я... Возьму порох. И так вот переделаю, они станут у меня взрывными. Сейчас проверим. Должны. Вроде процесс пошел. Поэтому надеюсь, что проканает моя идея. Потому что я говорю, я зельеварением в Майнкрафте вообще не занимался. Да, все, они стали такими, какими я и предполагал. Окей. Есть у нас такая. Давайте получим награду еще одна. Вот смотрите, да, вот опять две мотыги выпало. И жидкостный компонент хранения. Это у нас Applied? Нет, Refined. Четыре мотыги. Чем с ними делать? Так. Компенсация гравитации снаряда. Взрывное плавного падения. Так. Давайте алмазики здесь возьмем. Потому что, насколько я знаю, у меня там закончились алмазики. Так. И вот такую штуку нам надо сделать. Зелье плавного падения. Так, это мембрана фантома. Так, во-первых, мне нужно и взять, пока это сюда закинуть. Мембрана фантома. Но я, по-моему, как-то сражался. Ого, у меня даже три штучки есть. Ничего себе. Нам всего одна нужна. Блин, вот это мне, кстати, очень повезло. Я думал, уже пойду сражаться. Так, я не но у нас что там первого уровня надо нам. Да, первого уровня, поэтому закидываем, все, пошло. Так, порох надо.
Камера обогащения есть, это мы сюда закидываем. Бумажки идут обратно. Зелье. Ага, нет. Зелье плавного падения. Это все-таки у нас получается. Хорошо, значит, давайте улучшим. Так. Ой. Так. Чем-то я не тем улучшаю. Зелье плавного падения. Да, и сейчас мы улучшим еще все это порохом. До 4 уровня. Отлично. Так, вот сюда скинем. Еще делается. Так, все остальное. А, нет. Подожди. Мы как. Что мы делали-то? Компенсация гравитации снаряда, но. Так, и дракона. Две. И модуль. Да, отлично. Есть такая штука. Скидываем. Делаем. Получаем награду. Ну, мне уже такая тоже штука, в принципе, не нужна. Автоматическая стрельба. Автоматическая стрельба. Так, часы есть. Лук есть. Две есть, и модуль тоже есть. Но, на самом деле это вообще полная фигня. Дирчест. Так, и урон снаряда. Вот это самое главное, это самое нужное. Так, здесь взрывное силе, зелье силы. Так, а нам там нужно... Какого уровня? Сила 2. Сила 2. Это значит, нам светокамнем нужно улучшить, да? Так, и... Огненный порошок. И, в принципе, мы можем потом просто вот это улучшать. Все, до следующего уровня. Но это я все сделаю, наверное, за кадром. Вас не мучить этими крафтами и ожиданием. Так, делаем зелье силы, берем светокаменную. А, мы сейчас пока ресурсики у меня там еще пускай идут. Просто я даже так не афкашил, поэтому ресурсов маловато. Золотишко мне надо и алмазики нужны. Так, а это мы, наверное... Я возьму, ставлю сюда, вот это все модули сюда пока скину, чтобы они у меня, чтобы их не потерять, чтобы они отдельно не были, ой, чтобы они наоборот отдельно были. Так, зелье, ага, и порошок, ой, порошок, порох. Шесть урона. Все, и вот таких нам надо будет плюс 50. Плюс 50 мы таких наделаем. В принципе, это ничего сложного. Модуль дракона. Все. Просто нам надо будет реально прям... Так, урон. А, еще две таких. И модуль сам. Так, одну мы, получается, не скрафтили. Но сейчас, значит, полетим. Эндерия. Сильная эндерия? У меня есть именно эндерия. Так, включаем это. Включаем.
Вот это. Все, так. И просто нам нужно куда-нибудь полететь и найти корабль. Давайте просто полетим. Ага, тут еще все так медленно будет прогружаться. Хорошо. В общем, я как тогда корабль найду, я включу запись. Ура, ребята, я наконец-то наткнулся на этот город. Я уже вижу там корабль, еще даже не все прогрузилось, прогружается. Чтоб вы понимали, я облетел, ну просто, я не знаю, я минут 30, наверное, летал здесь. Ну не 30, но минут 20 точно я летал, искал этот дом. В общем, нам самое главное это элитры, поэтому я даже не буду там что-то бегать, искать. Будь как у себя дома, отлично. Так, зелеварка, что здесь? Зелье исцеления заберем. И, а, вот какой парень тут лежит. Давай, открывайся. Давай, давай, давай. Панцирь. Ну тут я говорю, ну ладно, золотишко-то, ой, золотишко, вот это можно забрать в принципе. Но самое главное это вот. Забираем, где крылья. Все, в принципе, мы можем спокойно. Я могу вот еще голову дракона, кстати, забрать. Нету. Так медленно. Она, наверное, то, что я в полете, поэтому он ее так медленно собирает. Все, есть голова. Голова, голова. Да, я думаю, что нет, в принципе, там нет смысла что-то бегать, искать, собирать. В принципе, у нас так все есть. Все, я тогда отправляюсь обратно домой, и мы докрафтываем последний модуль. И там я уже начинаю подготовку к Дракону Хаус. Итак, давайте сделаем последний модуль, который нам, в принципе, остался. Так, два этих. Модуль. Нет, модуль. Модуль и все. Фейерверк. Что с фейерверком? Есть модуль. Все. Крутяк. Еще одна супримевая. Хорошо. Все, ребята, в общем, я за кадром подготовлюсь, заполню наши. Получается, ну что нам? Ну, мы, наверное, с собой возьмем. Я просто даже не знаю, как вот эта штука, она типа стреляет. Короче, я возьму лук с собой и нагрудник дракона, и мы уже это все сделаем и посмотрим, как все это работает. Ну и пойдем искать дракона хаоса, я хочу сделать реактор, потому что я хочу кое-какие предметы. Все равно вот увеличить золото, допустим, алмазы, все медленно работает, а чтобы вот такие штуки делать, это все равно тяжело, ну, очень много затратно и, короче, вы поняли. В общем, спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписки, не забывайте. Всем огромное спасибо еще раз. С вами был Bad Boy Games, я же Виктор, и увидимся на следующих видео. Пока-пока.